Дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан. У нас на очереди игрушка, которая вышла относительно недавно. Это вторая часть Motel Beer Heaven. Я с первой частью, в принципе, знаком, но я ее, кстати, не снимал, по-моему. Она вышла очень-очень давно, а вот недавно совсем появилась вторая часть. Это, насколько я знаю, пародия на FNAF. Понятно. Хорошо, поехали, давайте играть, а там будем смотреть. Прикольно. Так, давайте смотреть. Испытываемый 37, теперь ты под нашим контролем, не пытайся бежать, из этого ничего не выйдет. Жди дальнейших инструкций. Проверь двери и найти открытые номера мотеля. Некоторые из них временно заперты. Первое. Используй мед для отвлечения медведя. Если медведь съест одну банку меда, он замедлится. Три банки меда, он уйдет. Ты можешь найти больше меда в магазине. Прикольно, прикольно. Не, я не помню, как играть первую часть, и вот сейчас надо будет разбираться. Капец. Прикольно. Номер два, комната. Смотрим, пока ничего не понятно. Сарай. И клуб. Так, надо разобраться. Ну, это номер один. Тревога сработала здесь. Пока я ничего не могу понять, что происходит, но вот вижу тут медведя, который сидит. Ну, пока я только карту нажимаю, вот, я вижу, где-то что-то сломалось, а как сюда перейти? Нажимай на красные стрелки снаружи для перехода в другую локацию. А меня это уже раздражает. О, как-то вот так. Алло. Теперь тебе нужно починить сломанную панель сигнализации. Нажми и удерживай ее и жди завершения ремонта. Хорошо, это я понял. И здесь сломалось. А там что-то уже шевелится, ёханый бабай. Так, как мне?
Вот так, я понял. Ага. Сарай. Я понял. Я, в принципе, понял. Не сегодня. ЖД. Капец какой-то. Надо в клуб попасть. Это через сарай. Это через сарай. Хорошо, просто мы... Хорошо. Как-то через сарай надо попадать в этот. Или погоди. Клуб может быть вот здесь. У ёлки. Не сегодня, хорошо. Не сегодня. Ну как попасть вот сюда? Сюда же как-то можно попасть, правильно? Ну это у нас так должно быть. Мы обошли. Странно. Я походу срал. Понятно. Так, господа, пробуем еще раз, только вот понять бы, как это. Как перебегать в этот самый. Не сегодня. Вот по карте я... Вот, как сюда попадать в клуб? Вот этот вот. Клуб открытый. А. Даже так. Я понял, понял, хорошо. Ну в куб-то как-то можно ж попасть, правильно? Ну вот же, я по идее вот здесь. Ну там что шевелилось? А, вот клуб, хорошо. Ой, блин, как сложно здесь. Прикольно. Так, хорошо. Блин, прикольная игра. Где-то сработала тревога. В номере один. Так же, как и было. Сейчас перейдем. Номер один. Есть. Хорошо. Сложно передвигаться, я не знал, что можно переворачивать здесь вот так. Вот этому медведю давайте мы, знаете что? Бочечку меда дадим. Хорошо. Тут все спокойно. Вот это надо, наверное, все выключать. В сарае все тихо. Где-то звонит телефон. Вот, хорошо. Прикольно. Чем-то даже отличается от ФНАФа. Но вот непонятно, что с медведями.
Вот один тут сидит. Надо было бы, конечно, в первую часть поиграть, было детальнее. Ну ладно, ничего страшного. Так, что-то есть? Все в порядке. В сарае все хорошо. В кубе. В кубе пиздец начался. Так, хорошо. Так, сейчас. Вот сюда нам. Опа! На медок. Это один из них. Беги, найди комнату, где ты можешь спрятаться. Номер один — это лучший выбор. Хорошо. Теперь выключи весь свет. А как выключить свет? Я вижу, где свет. Понял. Ой, бля. Спокойно. Бля. Тихо. Тихо. Бля. Прикольно. Ты теперь поймал меня. Ты был пойман. Прячься и оставайся незамеченным. Хорошо. Блин, интересно. Если медведь съест одну банку меда, он замедлится. Если три банки меда, он уйдет. Ты можешь найти больше меда в магазине. Что в магазине у нас? А, это они, наверное, стоят. Ну, короче, так-то мне надо убегать, я понял. Хорошо. Все, я понял. Давай. Поехали. Да, это я знаю. Это все понятно. По камерам все видно. Вот этот Мишка, типа, все нормально с ним. Там появляются свои ребятки, я понял. Хорошо. Хорошо, блин, круто. Круто. На красной стрелке снаружи, вот их я не вижу, зато вот... А, ну это снаружи красной стрелки, вот. Угу. Прикольно вот так еще. Так, это у нас клуб. Нет, это не клуб. Три, четыре, вот у нас клуб. Что там такое? Понял. Не, пока нормально. Пока нормально. Только вот у меня звук подубавился, я это почувствовал. Так, телефон надо выключать. И телек тоже. Вот это. Вот так вот. А, я понял, что меня нашли, потому что я телек не выключил. Так, хорошо. Меня, в принципе, научили. Теперь ждем, пока в клубе вся эта хиромантия сделается. Тут все спокойно. Здесь тоже все спокойно. Пока все нормально. Убрал телефон. Так, теперь в клубе там должно что-то начаться.
Обе сейчас даже с максимализацией мы найдем медвежонка. Тут пока все тихо. Кубе пока все спокойно. Пока что. В номере 2, в принципе, тоже. И в номере 1 телефон. Все, это в кубе. Понял, понял. Опа. Беги, найди комнату, где ты можешь спрятаться. Давай, давай, давай. Выключу. Главное, чтобы ничего не шумело. О, вот он. Здорово. Прикольно. Поздравляю, испытываю 37. Ты смог выжить. Как видишь, это был медведь. Просто медведь. Да-да. Да-да. Все нормально. Все хорошо. Так, здесь спокойно все. В клубе. В клубе у нас все. Ага, вижу. Вижу в клубе. Хуйня какая-то происходит. Вот так вот. Вторая хуйня. Сейчас надо как-то перейти туда. Блять, ты должен ввести правильный код здесь. Так, 7557. Все спокойно. Вроде все хорошо. А тот свет выключается, кстати? А, здесь вот так надо. Прикольно. Кубе все хорошо. Номер 1 комната. Все нормально. Скоро телек включится. Здесь. Здесь у нас все хорошо. Ну все, пока. Пока все хорошо. У нас еще есть бутылочка меда. Так, я сюда перейду, так будет лучше. Хорошо, хорошо. Пока что все отлично. Интересно, ай. Успех. Нажми для продолжения. Хорошо, мы прожили первую ночь с вами. Неплохо. Так, поехали дальше. Смотрим, что у нас тут. Итак, ночь вторая у нас дальше. Сейчас будем играть, ребята. Попробуем еще и будем потом заканчивать, потом, если что, продолжим. Хорошо, поехали. Поехали, игра классная. Так, ночь вторая, вторник. Испытуемый снова попытался сбежать. В следующий раз мы будем использовать более эффективные методы. Мы откроем больше комнат. Мистер Тед, хорошо. Погнали. Погнали чинить. Сообщений нет, хорошо. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Кстати, я мистер Тед, будь готов к новым тестам. Проверь сегодня лесную тропу. Блять. Ух ты. Ага. И что? Лесная тропа. Вот это она, типа? Или лесная тропа это вот здесь? Да. Следуй по стрелкам внизу.
Так, следуй по стрелкам внизу карты, иди вперед или назад. Твой преследователь застрянет в лесу навсегда, если ты уйдешь оттуда до утра. Как ты мог заметить, некоторые комнаты есть проблемы со светом. В них не спрятаться. А еще сходи проверь железную дорогу. Ебать. Прикол. А в чем прикол-то? Я типа не могу. Ну я возвращаюсь обратно. Ладно, он меня отвлек вообще-то. В складу. Какая-то хуйня, вижу. Здесь. Восемь, два, семь, семь. Все спокойно. Где-то еще в клубе. Не сегодня. Семь, один, восемь, шесть. Ой, блядь. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Что он написал, блядь? Она заставляет телефон и кругом звонить. Медвежонок доктор, блядь. А я вроде сбежал, да? Все хорошо. Ну, все спокойно. Вот с лесной тропой непонятно. В чем прикол? В чем вот прикол лесной тропы? Типа возвращаюсь просто обратно. Так, хорошо. У нас открылась новая комната. Это склад. Опять в клубе хуйня. Да что ж такое? Так, надо вернуться, вернуться. И вот так сделать. Вот, блядь. Я понял, понял. Ой, бля. А давай сюда. Ой, бля, она здесь. Нахуй, нахуй, нахуй. Все спокуха. Ничего себе. Я аж немного перепутал, я даже забыл, где первая и вторая комната, в которых удобнее. Я типа сбежал или чё? Ну, вроде бы, да. Теперь надо понять, где телефон, блядский, звонит. О, я прям здесь. 4-4-5-2. Иногда что спрятано? Иногда части кода хорошо спрятаны. А, где-то в коде. А, как я пятерку увидел? Я рандомно нажал. Я рандомно нажал на пятерку. Прикол. А вот обязательно ли мне... Что такое? Ладно. А там сейчас зазвонит. Спокойно. Не сегодня. Четвертая комната открыта.
Есть. Ага. А если я не захожу, оно работает или нет? А, сейчас будет 6 утра. Хорошо. Пока что все просто. Все очень просто, друзья. И я предлагаю на этом закончить. Очень прикольная игра. Будем обязательно продолжать. Я, наверное, сейчас дальше буду делать продолжение. Ссылка на игру в описании. Всем спасибо. Всем пока.